Russian Engineering Group является единственным в России производителем газовых генераторов на базе фирменных двигателей Honda и Robin Subaru. В чистом виде газовая электростанция – это немного измененный бензиновый генератор. Функцию дозатора топлива выполняет инжектор. Именно инжекторная технология, разработанная компанией Russian Engineering Group, позволяет сильно расширить диапазон запуска и работы газовой электростанции. Никакого другого предприятия, выпускающего бытовые газоэлектростанции, в России нету. Вот. Есть конкуренты за рубежом, но даже у наших конкурентов за рубежом нет инжекторной системы вспрыска, которую мы разрабатывали в течение нескольких лет. Были достаточно долгие испытания. И, в общем-то, как бы показал очень высокий материал.